Далее смотрите рубрику «В добрые руки». На этой неделе мы расскажем еще о двух хвостатых подопечных волонтера Дарьи Карпиковой. Пока они тоже живут на передержке у Светланы Ипатовой и ждут своих любящих хозяев. Кошка Дуся. Она у нас появилась. Была ее мамка у нас. Поначалу жила. Переехали на другую передержку, там она и родилась. Она очень игривая, спокойная по характеру. Кушает она тоже все. Маму мы уже пристроили, а вот он, ее котенок остался. Это кошка Лиса. Она сидит у нас давно. Но с характером. Любит играться. Привыкает она не сразу к людям. Вот ее подобрали тоже с улицы. Была не совсем здоровая. Мы ее вылечили. Теперь вот ждет, пока ее у нее появится хозяин. Если вам понравился кто-то из этих ласковых кошек, звоните по номеру телефона, который вы видите на своих экранах, или пишите Дарье ВКонтакте.